В рамках года семьи Управление образования Кашхабльского района совместно с муниципальным координатором всероссийского проекта «Навигаторы детства» организовало театральный фестиваль под названием «Семья. Счастливая планета». Мероприятие прошло на базе Бличепсинского дома культуры и собрало участников из всех школ района. Основная цель фестиваля заключалась в том, чтобы продемонстрировать ценности семьи через театральное представление и развить школьные театры в Кашхабльском районе. Участники фестиваля проявили свои творческие способности, что сделало конкурс не только увлекательным, но и познавательным. В качестве председателя жюри на мероприятии выступила народная артистка Республики Адыгея Жанна Даурова, которая вдохновила ребят своими напутственными словами. Очень приятно находиться здесь с вами на открытии такого замечательного фестиваля. Давайте в добрый путь. Будем рады смотреть вас. Всем удачи. Каждая школа подошла к конкурсу с большой ответственностью, демонстрируя свои таланты и креативность. Здравствуй, Любушка, матрушка. Ты давно мне не звонишь. Может быть, сегодня в гости на минутку забежишь? Много дел? Ну да. Немало ждет домашних нас хлопот. Нужно приготовить ужин, постирать, сварить компот. Мама, надоело мне самому играть. Можешь ты меня на пони в парке покатать? Подойди ты, не буди. И вон лучше к папе подойди. Что ты? Кофточку купила? Говоришь, красивый цвет? Рюшки, бантики, оборки. Замечательно, слов нет. Да, каблук такой высокий. Сможешь ты такой носить? Ой, как хочется мне тоже эти туфельки купить. Если радуются дети, это хорошо. Если радуются дети, это хорошо. Ну а если в день ненастный потеряет кто-то счастье, мы достанем, чтобы кто-то в мире помошел. Счастье — это маленькие глаза. Счастье — это вместе. В результате напряженной борьбы победителем стала Ходзинская школа, показавшая наилучшие результаты. Также были определены три призера – школа номер один аула Кашхабль, Хачимзирская школа и школа аула Бличепсин. Такое мероприятие не только укрепляет связи между образовательными учреждениями, но и способствует воспитанию у детей уважения к семейным ценностям и традициям.